Как должна выглядеть телевизионная звезда? Догадайтесь. Ну, во-первых, она должна быть тщательно одета, хорошо обута, приглажена, напомажена. Я сегодня избрал своим образом для этой передачи про магазин антикризисный, в общем, немножко другую противоположность. То есть ботинки, как всегда, у меня разорваны, спортивные штаны, куртка небритой. Ну и здесь тоже уже давно лысина намечается. Вот. Ну, телевизионная звезда где должна одеваться? Естественно, в бутиках. В бутиках я одеваюсь, только это в Турции, в Египте или в Индии. Вот, а, извините, туда прилететь надо? Естественно, там денег потратить в разы меньше. Ну, для того, чтобы контраст был, я пригласил своих очаровательных помощниц. Вот они у меня такие есть. Челейки всегда с бабами приезжают на съемки. Вот, и мы сейчас покажем, что в антикризисном можно и одеться, ну, как Дэнди лондонский одет, ну и выйти в свет. Вот так вот в жизни повезло собирать самые дорогие вещи. Самолеты, автомобили и женщин. Конечно, женщина-то одна, но коллектив-то как на подбор. Лучшие фигуры настоящих и самых сексуальных девушек лучшего коллектива восточного танца Амрита. Коллектив не из дешевых, и толк и в костюмах, и в украшениях, и в шмотках знает. Не буду вас утруждать видами женского шопинга. А он здесь, на Грязнова 2, что аккуратно против Радуги Вкуса и Третьей Горбольницы, достойный. А в очередной раз обратимся к мнению бывших независимых экспертов, зависящих сейчас от поступления товара в антикризисный. Бытует мнение, что хорошие вещи должны дорого стоить. Так ли это на самом деле? Здесь есть не очень дорогие, но хорошие. То есть можно найти хорошую вещь, которая выглядит достойно и стоит дешево? Да, можно выбрать здесь, да. Зашел в торговый центр большой, и вот я подумал, что-нибудь себе хочу купить. Вот, и меньше, чем за 3000 рублей я бы ничего себе не нашел. Здесь можно себе что-нибудь найти? Конечно. Поэтому называется антикризисный. Здесь народу всегда много. Здесь за 3000 можно найти много чего. А ну, более такая демократичная сумма. 100, 200, 500, 1000 рублей. Ну, можно, конечно. Можно что-то из вещей купить. И белье, и постельное белье, и детские вещи. Здесь можно модно одеться? Можно. Здесь выбор очень большой, богатый. А сколько все это стоит? Вот сейчас модно одеться здесь. Не знаю, сколько. Сколько стоит. Вы часто здесь гость, нет? Да, часто. Прохожу, покупаю и обувь покупаю здесь. Много обуви купила здесь. А когда подружки спрашивают и говорят, ну вот обувь хорошая, в каком бутике брала и за сколько? Секрет свой храните? Дешево здесь. Дешевая обувь. Ну не хотела, придется. Шопинг женский в подавляющем большинстве случаев дело очень долгое. Тут ведь надо найти то, в чем вы не будете похожи друг на друга. И это женская логика. И огромный архив вещей, ранее виданных. И на ком-то. Поэтому в антикризисный жен и дочек отправляем на час-два, а то и на три. А сами, ну, в бане, например. Поверьте, без покупок, которые не нанесут смертельного удара вашему бюджету, они не вернутся. Да и вам свежак типа носки и семейные или не семейные, извините, трусы купят на сдачу. Мужской шопинг – это, дай бог, каждому. Целеустремленный подход за вещами нужными, практичными, удобными и современными, а главное – недорогими. И тут внимание на экран. В данном конкретном случае рубеж в 1000 рублей был, как говорится, точкой невозврата. А самое главное – быстро, за 10 минут, удалось найти подходящие вещи. Ну вот оно так вот и получается. Попрошу. Смог до головы? Вот она разница. То есть у меня абсолютно новые кроссовки, в пору пришедшиеся и отглаженные джинсы. Естественно, это фирменная найковская футболка, любимого его оранжевого цвета. И грязи немораемая серенькая толстовка. Естественно, демисезонный пуховичок. Единственное, что я себе не нашел здесь в антикризисном, так это фирменную шапочку. Извините, шапочки у меня должны быть с автомобильной символикой. И сколько я на все это потратил? Давайте считать. 450, 700, это 1100, 1400. Ну, примерно 3000 рублей. Вот они, мои страдания, где закончились. А то ходил, искал, чтобы купить полезного. Теперь и полезно, и на меня налезло.
Меня очень попросили, да я и не отказался, прокомментировать джинсовую галерею антикризисного. Так вот, более сотни наименований этих прочных и комфортных изделий и цены от 400 до 700 с небольшим рублей. И это реально. И где-то я такое видел. О, в Америке. И во всей Забугряндии. Кстати, чистая Америка дожила до 5 лет эксплуатации. За $15 за натуральный ранглер. Теперь, зная возможности и ассортимент антикризисного, на освободившиеся несколько килограмм джинсового карго можно купить... Да что там джинсы? Имея ориентировку на антикризисный, можно на All Inclusive взять только деньги на визу и страховочную франшизу. А все остальное купить здесь. И пока я вам объяснял экономическую выгоду, выгодным образом изменился облик наших девушек. Вот они, модные современные вещи, которые теперь не стоит искать в бутиках, переплачивая космические деньги за то, что реально стоит недорого. Но вот как выглядит-то? Думаю, после такой демонстрации ханжа-упырь, имеющий трехкомнатную переделанную под магазин квартиру по проспекту Ленина или Карла Маркса, нервно поскачет переписывать ценники. И это главное достижение антикризисного. Показать магнитогорцам и гостям города, а их сюда на Грязного 2 приезжает немало, благо радуга вкуса рядышком, правильные и низкие цены на одежду и товары повседневного спроса. И научить жителей и так модного города одевать и постоянно новинки, привозимые сюда каждую неделю, не переплачивая и не экономя на себе любимых.